Сегодня в выставочном зале Краеведческого музея студенты и священнослужители собрались для того, чтобы поговорить о тех страшных событиях и репрессиях, которые происходили в Советской России. 20 век, в котором жили ваши, будем так, деды, родители, да и вы начали, 21 век, это очень тяжелый век, но будем так, становление нового нашего государства, переосмысление всех ценностей. Клуб «Эвальвента» много лет занимается поисковой работой. Одной из задач этой встречи стало привлечение добровольцев из числа студентов к поиску информации о людях, отдавших свою жизнь за веру Христову. Самое главное, что мы должны сделать, это заинтересовать подрастающее поколение, потому что мы с вами поколение, которое ближе всего, наверное, находится к тем событиям, которые в церкви у нас запечатлены венцами мученичества и исповедничества. И подобно тем христианам первых веков, мы должны очень скрупулезно собирать сведения о тех христианах, которые погибли и пролили свою кровь за веру Христову, которые пронесли сквозь свою жизнь этот подвиг исповедничества и веры. И мы должны собирать не только в своих сердцах, но и запечатлять для последующих поколений эту информацию, их жизнеописание, описание их жизни и их смерти. Свое отношение к мероприятию высказали и студенты. Это все, конечно, важно для нас, для нашего духовного мира, для наших, чтобы вспомнили мы своих предков, чтобы мы их уважали. Важно и для каждого верующего человека не упустить время для творения добрых дел, чтобы по крупицам восстановить исторические события, связанные с родным краем. Остаются буквально, наверное, считанные, можно сказать, часы, дни, месяца. Умирают наши бабушки, дедушки, которые могли нам рассказать, как происходило здесь наше новое время в России, как происходила коллективизация, что люди думали, чем они жили во время Отечественной войны, до Отечественной войны, как они хранили веру, как они заботились о своем Отечестве, как здесь все собирали, строили. Поэтому важно вот так вот собираться всем вместе и нашим мальчикам, девочкам уже из нового поколения как-то суметь сказать, то есть всеять в их сердца эту мысль. Остается надеяться, что кровавые события 20 века найдут отклик в сердцах нового поколения, и список новомучеников и исповедников российских пополнится новыми именами.